Дал цели. 5, 4, 3, 2, 1. Дрим! Уничтожить конвой! Огонь на поражение! Заходим на цель. Работаем. Пошли! Идем за мной! Не расслабляться, не хочу сюрпризов. Грифон, видите это? Да, видим. Мы проверим, но похоже это оно. Принято. Какого... Валите оттуда! Бомба! Уходи быстро! Бегом! Бежим! Быстрей! Быстрей! Высылайте спасательную команду! Моих бойцов на задании положите весь отряд! Майор. Джентльмен. Можно грузиться? Не надо торопиться. У нас никогда не было таких потерь. Передохните, помолитесь, если для вас это важно. Мы готовы, сэр. Что ж, накажем мразей, которые это сделали. Все детали в ваших КПК. Бомбу, убившую наших товарищей, везли к южной границе. Они заплатили высокую цену, чтобы не допустить этого. Но это цена – безопасность наций. Рамирес, Аллен, Макген и Хейнс сделали свой выбор. Их жертва не была напрасной. Но давайте сделаем так, чтобы это не повторилось. Бомба прошла через множество рук, прежде чем оказаться там. Один из цепочки, Габриэль Паэс, хочет сотрудничать. Паэс – наркоторговец средней руки и новичок на рынке оружия. Кажется, он откусил больше, чем может проглотить. Он говорит, что не знал конечного адреса. Бла-бла-бла, но не суть. Паэс – если все пойдет по плану...
espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Páez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. ¡Localízalo! ¡Ay, idiota! ¡Есть! Охотник на связи. Мы в точке рандеву, здесь ни следа груза. Вас понял. Какова обстановка? Мутно. Дом разорен. Паясь, должно быть, смылся. Принято. Мы проследим за ним и примем меры. Какие будут указания нам? Держите ухо востро и готовьтесь взять след. Охотник, мастер на связи. Мы засекли Паясь в эфире. Соединяем. Эй, вы тут? Мистер Паясь, мы в точке рандеву и готовы вытащить вас. Кто-то ждал меня. Со мной хвост. Я-я, вы должны выйти ко мне. Рынок, торопитесь. Давай, уходи. В укрытие. Не высовывайтесь. Не стрелять. Нужно выяснить, сколько еще их в округе. Включи датчик. Должно помочь. Цель 9 часов. Немного. Сделал. Заводи! Иду в бой! Перезарядка! Я их прижу! Иду, прижайте! Попадание. Уходи. Давай, уходи. Вот он. Вижу Паэль. Включай датчик. Бросай датчик. Вижу противника впереди. Busquen al Páez. Tiene que estar por aquí. Защищаем Пипа. Стрелять на поражение. Услышали нас? Я в укрытии! На 12! Я их прижал! Вы принца смерти мои хотите? Враг убит! Они идут! Бой, бой! На крыше! Бегом! Сервис сторона! И вскрытка! Добьем! В укрытие! Ах! Цель уничтожена! Волчок, аккуратно, там жарко. Принято, охотник, мы постараемся. Бегу. РПГ! Черт, это к нам! Тут слишком горячо, придется пойти на зону. Волчок, уходите, встреча на запасной. Принято, удачи. Смотри, слева! Я иду. По тебе стреляют! Отходи! Продолжайте! Мы их сломаем! Не дай удачи! Я подавляю их! У машины! Цель поражена! Долбите! Генерали! Где вы, мать вашу? Эй, стой! Попал!
Заметайтесь отсюда нахрен или убью! Быстро, быстро, валите! Иду! Я прижат огнем! Поиграем в альпинистов. Охотник, мастер на связи. Мы запеленговали сотовый ВИПа. Ведем его. Понял. Уверены, что он стоит таких напрягов? Отнюдь, но он нужен Румо, так что выполняйте. Он знает, что мы хорошие парни? Он знает, что вы единственная надежда, значит, вполне хорошая. Что-то он не радуется. Если выживет, я напомню, что ему чрезвычайно повезло. Посмотрим, что внутри. Ставьте датчик. Датчик брошен. Приготовились к проникновению. Четыре противника. Это стрелки. Перед нами. Пошли, идем! Снял его! Враг мертв. Мастер, охотник на связи. Что с грузом? В движении. Тепловые датчики показывают высокую активность. Вы разворошили муравейник. Ищейки? Перемешку с гражданскими. Смотрите в оба, следите за целями. Есть! Давай, уходи. Вот теперь они заметили. Осторожно, они идут. Цель поражена. Они на балконе. Есть датчик. Подавляю. Прикройте, иду. Цель поражена. Так держать. Победа наша. Перезаряжу. Готов! Бой! Три часа! Смотри, на балконе! Там стрелок! Передвигаемся от укрытия к укрытию! На 12! Пулеметчик! Враги слева, слева! Легкий грузовик! Долго еще? Сэр, мы продвигаемся. Подождите. Вы же мне сказали, что послали лучших. Если это лучшие. Мы близко. Еще пару минут, и мы вас вытащим. Давайте, парни, вперед! Вперед! Какого хрена вы творите? Сэр, мы их как раз убираем. Пошли, идем!
Идем к вам еще чуть-чуть. Я в убежище. Но сколько еще? 2-3 минуты. Вы в безопасности? Нет. Они снаружи. Нас не должны услышать. Используйте глушители. Спокойно. Пригните голову. Не надо было верить вам. Ваши люди дали мне гарантии. Сэр, клянусь, мы вас вытащим, если будете меня слушаться. Быстрее же! Черт! Паэс! Паэс! Призраки, быстрее! Два стрелка. У обломков. Бросаю датчик. Ставьте датчик. Еще три противника. Они там, у контейнера. Вижу еще одного. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Вижу малую цель. На 3 часа. Осторожно, нас утекли! -1! Стоп! Ставьте датчик. Здесь 2 стрелков. У кучи обломков. Меняю позицию. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Снял его. Есть малая цель. На 3 часа. Огонь! Датчик ушел! Ставьте датчик. 2 стрелка. Малая цель. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Меняю позицию. Осторожно, тебя заметят. Цель поражена. Все понял. Нас заметили! Если нас увидят, его сразу убьют. Ставьте датчик. Здесь 2 стрелков. Датчик брошен. Не поднимайте шум, а то убьют ВИПа. Вижу 2. На 12. Если нас увидят, его сразу убьют. Контакт. Их 3. Смотри слева. У контейнера. Бросаю датчик. О, еще. Нас видят! Атакую! Они в укрытии! Они выходят!